И вот она, наша маленькая красоточка. Конечно, ее не взять в руки, не поиграть, поскольку это шкатулочка. Но можно сделать ее целиком и животик целый сделать. И тогда ее можно будет взять на ручки, погладить, почесать за ушком. Ну вот, а в таком варианте мне она как раз пригодилась. Можно зарплату туда убирать. Шкатулочка небольшая, как раз будет достаточно для денежки. Вот будет такая хрюшечка лежать и зарплату охранять. Денежная хрюшка получилась. Ну, захотите, сделайте из нее копилочку. Или просто ее как игрушку. Тоже будет интересно. Можно подумать и сделать внизу замочек, как мы делали на собачке в прошлом году, собачку-сумочку, и прятать внутри конфетки. Ну, а в целом, я очень довольна этой поросюшечкой. Я надеюсь, что у вас тоже все получится, но в процессе, когда будете делать каркас, особенно присылайте фотографии, задавайте вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите чаще, чаще, мучайте меня и спрашивайте, обязательно, чтобы у вас все получилось. Я буду ждать фотографии вашего результата, выставляйте их в группе, не забывайте, что за готовую работу вы получаете скидку 10% на любой мастер-класс. Я желаю вам приятного творчества и до новых встреч!